52 очка, отчет закончен. Хоккейный клуб «Чебоксары» проигрывает седьмую игру подряд. На этот раз подопечные Сергея Нуржанова в стартовом матче 17-го тура не устояли перед натиском коллег из Набережных Челнов. В столицу Чувашии команда Айрата Мусакаева хоть и приехала после проигрыша в Саранске, однако на чебоксарском льду именно желтые смотрелись хозяевами арены. Преимущество в скорости и бросках дало результат – поражение 2-4, причем последняя шайба была забита за 50 секунд до финальной сирены, да еще и в пустые ворота. Пожалуй, претензий у наших болельщиков не было только к новоиспеченному вратарю Игорю Телло. В эти минуты чебоксарская команда проводит повторную встречу с хоккеистами из Набережных Челнов. От нее зависит, сумеем ли мы сохранить свое присутствие на пятой строчке турнирной таблицы.